Свой гражданский долг исполнили также представители старшего поколения, избиратели поселка Майский. Какие еще мероприятия в честь выборов президента России прошли в Прикубанском районе, расскажет Мурат Джанкезов. Село Дружба. На территории школы жители с утра голосовали довольно активно. Здесь подготовились к выборам основательно. Голосующих встречают, помогают пройти к месту голосования и оказывают всю необходимую помощь и консультацию. Как правило, с утра приходят люди с активной гражданской позицией и твердым намерением сделать свой выбор. А во дворе школы артисты района подготовили концертную программу ко дню выборов «Выбираем будущее». Каждый сознательный гражданин нашей страны, скорее всего, должен выполнить свой гражданский долг. И если мы любим свою родину, если мы думаем о будущем своей страны, все-таки, наверное, надо прийти и свое мнение выразить. Первый день голосования в поселке Майский чествовали старейших избирателей. Исполнить свой гражданский долг пришли люди, которые десятки лет отдали служению своей родине и добросовестно выполняли свои трудовые обязанности. И они, как никто другой, осознают всю важность и необходимость свободного волеизъявления и реализацию конституционных прав избирателей. Выборы – это необходимое мероприятие всей стране, в том числе и мне. И вот пришла я сегодня сделать свой выбор. Сделала я его. Кто достиг этого возраста выборного, должны делать свой выбор. Для меня важно именно самой отдать голос. И желаю, чтобы все наши люди пришли и проголосовали в этот день. Делали свой правильный выбор. Как и на всех других избирательных участках района, в целом голосование проходит спокойно в доброжелательной атмосфере. А в селе Чапаевское к выборам приурочили большой детский футбол между юниорами Прикубанского и Абазинского районов. Мурат Шанкезов, Вести Карачаево, Черкесия, Прикубанский район.